Так выглядит один день из жизни аутиста. Эти кадры сделаны в единственном в нашей стране образовательном центре для людей с таким диагнозом. «Антон тут рядом» – такое необычное название центр получил благодаря одноименному документальному фильму. Героем стал мальчик-аутист Антон Харитонов. Он не просто снялся в фильме, он перевернул жизнь режиссера-документалиста Любови Аркус. Спустя 5 лет после знакомства с Антоном ей удалось открыть образовательный центр для аутистов. Проект поддержали звезды кино. Официальным лицом и представителем фонда стал актер Данила Козловский. У людей, которые относительно популярны, у них есть возможность быть полезными. И эту возможность надо стараться максимально использовать, потому что при том, что это, конечно, занимает там определенное время и определенные затраты, но это не пойти в шахту работать на часов. Это в наших силах, в наших возможностях, и от нас это много не убывает. Надо использовать эту возможность, помогать, вот и все. В ноябре 2013 года актер помогал волонтерам красить стены, а в 2014 проводил экскурсии по реабилитационному центру и знакомил журналистов с его обитателями. Это очень талантливые люди, гениальные люди, и им нужна наша помощь, им нужны мы. Их нужно спасать, но спасение заключается в том, что им нужны мы, те, которые поможем им жить среди нас, в нашем обществе, в нашем социуме. Амичи тоже помогли центру. Во время кинофестиваля «Движение» зрители оставляли деньги в специальных ящиках. Увидел урну, вспомнил, да, когда на открытии фестиваля рассказывали как раз о том, что есть такая акция, «Антон тут рядом». Просто люди собирают пожертвования для детей, больных аутизмом. Ну, как бы, почему не принять участие, да? То есть 100 рублей как бы от тебя не будет, а может быть детям кому-то это поможет. Не прошли мимо урны и молодожены. Об акции они узнали случайно от нашей съемочной группы. Если на обычной свадьбе деньги дарят молодой семье, то на этой свадьбе жених с невестой подарили нуждающимся. Мы, наверное, такие какие-то странные, да, ну не как все люди, ну или как все, да. Ну, мы постоянно принимаем участие в таких акциях. Ну, во всех благотворительных акциях мы стараемся, помогать. Ну, и друзья наши такие, ну, как-то так, потому что если не поможет никто, как, ну, а как иначе? Сколько денег было собрано для людей с аутизмом, пока неизвестно. Но сумма, заверил артист, не маленькая. Средства, собранные амичами, смогут помочь людям с аутизмом жить тут, рядом. И еще я забыл передать от того, что волнуюсь. Люба Аркус передавала всем огромные, теплые, нежные приветы. Спасибо.